Вице-президент торгово-промышленной палаты Московской области Игорь Шаповалов встретился с представителями спортивной общественности Одинцовского городского округа. Развитие массового спорта – одна из главных тем. В основном это касается либо капитального ремонта, либо строительства объектов спорта, потому что у нас очень сильные есть организации, очень сильные секции, сильные тренера с высокими достижениями. И, конечно, естественно, то есть они хотят развиваться, и к ним все больше примыкает желающих заняться этим видом спорта. Для спортсмена главное – активное участие в соревнованиях. Но они успевают заниматься еще и волонтерством. На встрече вручили волонтерские книжки нескольким спортсменам, представителям Федерации тхэквондо. Ребята, в свою очередь, высказали ряд пожеланий. У нас есть много спортсменов, больше 20 спортсменов, мастеров спорта. Есть мастера спорта международного класса, есть КМС, больше 20. Все хорошо, только у нас нет помещения тренироваться. Спортзал своего личного, чтобы ребята могли в полноценном оборудованном зале тренироваться. Воспитанники школы фехтования на улице Неделина 7А показывают отличные результаты. Этот вид спорта развивается со стремительной силой, говорит тренер. Необходимо расширять площади для занятий. Наше здание само небольшое. Детишек, очень желающих много заниматься фехтованием, тем более на Олимпийских играх и в Токио наша сборная России заняла первое место в медальном зачете именно в дисциплине фехтования. И пожелание было в том, чтобы как-то расширить наше здание, школу, чтобы как можно больше детей и жителей города Одинцова охватить. В планах создавать новые возможности для развития спорта. В этом поможет партийный проект «Детский спорт», который успешно реализуется в муниципалитете. Екатерина Крамер, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.